Братья и сестры, в этот вечер мы собрались в молитвенном доме на траурное служение по причине того, что наш брат в Господе, вот наш родственник, прадедушка, дедушка, дядя, отец, муж Шишло Виктор Лукич, он ушел в вечность. Его земная дорога очень такая насыщенная, она закончилась. Сколько бы мы ни прожили на этой земле, но есть такая черта, положенная Богом, через которую мы, люди, уже не переступим. Там начинается вечность. И хотя мы собрались сегодня, и мы имеем печаль, мы имеем скорбь, но несмотря на это, хотелось бы сказать слава Богу, слава Иисусу Христу, слава тому, о ком так неутомимо ревностно проповедовал и рассказывал и возвещал Виктор Лукич. И можно так без преувеличения сказать, что это от Владивостока до Калининграда, на просторах бывшего Советского Союза он проповедовал Евангелие. Но что больше всего меня восхищает, не потому, что он там до края земли аж проповедовал, до Находки, до Колымы, где он бывал. Но больше всего меня восхищает то, что он прекрасно перевел Евангелие в сердца своих детей. 8 детей, которые также пошли христианской дорогой. Мы будем начинать наше служение, и перед тем, как еще мы помолимся, я хотел бы прочитать 4 стиха, которые записаны в книге Откровения, 21 глава. И первых 4 стиха здесь написано так. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиня Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». В книге Откровения, которую получил Иоанн, он немножко так приоткрывает такую завесу, что ждет людей вечности, что ждет людей, которые отвергали Бога, и что ждет людей, которые полюбили Господа и пошли Его путем, которые пошли христианской дорогой, и чья жизнь закончилась в Боге. Вот эта книга, она об этом говорит. И здесь Иоанн, он, говоря об этом, он, говоря о вечности, сказал, что там не будет болезни, там не будет плача, там не будет вопля, там будет все новое. Там Бог отрет, написано, всякую слезу с очей человека. И мы сегодня, собравшись здесь, пусть на всех благословит Бог, чтобы, находясь в этом таком и траурном служении, когда мы поем, казалось бы, похоронные песни, но это песни победы, чтобы мы сегодня что-то приложили к нашему сердцу, чтобы мы что-то взяли для себя. Я могу так сегодня, немножко сказать, что лично для меня или в моей христианской жизни мой дядя Виктор Лукич, он оставил такой очень хорошие воспоминания, очень хороший след. Он любил очень много беседовать, он мог всю ночь беседовать. Такой он был. Было очень приятно с ним поехать в служение, он так любил. Я любил вместе с ним поехать в Башлаки на второй день Троицы, где проходили такие очень горячие служения. И эти очень хорошие воспоминания остались о нем. И поэтому пусть Бог нас сегодня благословит, чтобы в этом служении, когда мы будем что-то вспоминать о жизни Виктора Лукича, чтобы мы что-то брали, когда будет проповедоваться Слово Божие, чтобы мы взяли живые, пока мы еще живые, мы что-то взяли для себя, понимая о том, что И наша жизнь на этой земле, она очень короткая. Даже если при большей крепости мы проживем 80 лет, она все равно написана в Библии, что она пролетает. Поэтому, братья и сестры, мы хорошо сделали, что мы пришли сегодня, чтобы поддержать семью, чтобы просто даже своим присутствием, чтобы просто даже подойдя, что-то сказав, поддержать семью. Мы этим очень хорошо сделали. И поэтому давайте начинаем это служение. Мы поднимемся на наши ноги и в молитве придем к нашему Богу. Господь, мы благодарны Тебе. Мы благодарны, Господь, за то, что мы по милости Твоей сегодня собраны здесь, в молитвенном доме. Господи, это причина, почему мы собрались здесь. Она, с одной стороны, печальная, но Слово Твое, Господь, оно дает нам надежду и упование. Слово Твое, Господь, оно приносит радость даже в сердца скорбящих родственников, детей, жены, Господь. Мы, Боже, радуемся сегодня в том, что Слово Твое, оно верное и истинное, и оно неизменное. Господь, и в этой молитве, Господь, мы просим, благослови, Господь, семью Виктора Лукича. Бог, Ты есть Бог всякого утешения. Господь, в этой скорби, в этой печали, Господь, давай Твое утешение, давай Твое укрепление, Господь. Мы все нуждаемся сегодня в этом, чтобы, Господь, Твоя Божья рука и в этом собрании, Господь, она сегодня вела нас так, чтобы Ты, Господь, нас чему-то научил, Господь, доброму и полезному, чтобы мы понимали, что наша жизнь здесь, на этой земле, она очень короткая. Мы летим, Господь, и нас ждет вечность. Благослови, Господь, это служение. Благослови, Господь, тех, кто сегодня будет участвовать пением, свидетельством, проповедью слова, чтобы, Господь, это все прозвучало, Господь, во славу Твою и во свидетельство, Господь, и в назидание для наших сердец. Пусть, Господь, и в этом собрании, Господь, вся слава и вся хвала, она будет имени Твоему, наш вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Мы Слава Богу, братья и сестры, как мы пропели, что Он сам нас своей рукой приведет нас в Ханаван. Слава Богу. Вы знаете, когда почти 2 года назад Виктор Лукич попал в свой акцидент, и мы как-то с братьями одно время попали туда, в больницу к нему. Вы знаете, такое слово было, что показано видение, что город Иерусалим красивый, он уже близко, но еще надо пройти тропиночку. И я думал, сколько в глазах Божьих вот эта вот тропиночка будет. И она где-то около 1,5 года, да, прошла. Пока Бог, Он приводит нас в Ханаан. У кого-то тропинка, она занимает 30 лет, у кого-то 40 лет, у кого-то 80. В данном случае полных 82 года прожил Виктор Лукич на этой земле. Слава Богу. Шишло Виктор Лукич родился в деревне Власовцы Ивановского района Брестской области во время праздника Петра и Павла 1940 года. Точного числа мама там не запомнила, помнила, что как раз поменялась власть тогда. До этого записывали священники, или кто, если были евангельские церкви, записывали пастора. Ну вот примерно записали на праздник апостола, на праздник Петра и Павла 12 июля. После войны, они уже во время этой даты не делали свидетельства о рождении, после войны они это делали, но так как была смена власти и документом рождения не было, то записали 12 июля 1941 года. Он был младшим из 7 братьев и старшей сестры, которая умерла в детстве в семье Луки Михайловича и Евдокии Ивановны. Когда было полгода, в начале 1941 года, внезапно у него отец Лука Михайлович был инвалид Первой мировой войны, он был без ноги, попал в плен, немцы ему сделали протез, и на этом протезе он пришел в свою деревню, что старшая сестра даже вначале не заметила, что у него не было ноги, полностью не было ноги. Пока он женился, вы знаете, вот Евдокия Ивановна, она вышла за него замуж, человек, который был без ноги, который был инвалид войны, которого иногда, ну не сказать, что психика была нарушена, но был и резкий, и в то же время спокойный человек. Родили 7 сыновей, 1 дочку, которая умерла в детстве. И я вот, знаете, писал биографию, а Игорь Москвич мне как-то звонит на днях, говорит, что делаешь? Я говорю, пишу биографию, столкнулся с такой проблемой, если бы писал бы день или 2 назад, то быстро написал бы. А так думаешь, надо уточнить, спросить, а уже некого уточнить, спросить. Вы знаете, я знал, что папа где-то писал книжку, ну так, воспоминания еще с братом Сергеем, который 4 года назад умер. Я ее никогда не читал. Я знал, что она где-то там пишется, но он ее остановил, когда писать, когда попал в акцидент. И я там написал биографию, но знаете, вот сегодня, когда целый день я достал, думаю, достану, напишу, посмотрю, что там папа сам написал. Я так посмотрел, что все мои записи, вся моя биография, это просто, она такая сухенькая, просто. Я там повыбирал, вы знаете, я лучше прочитаю то, что он сам написал. Я сегодня сам это первый раз читал. И хочу поделиться. Может быть, иногда оно займет чуть-чуть и времени, хотя школы у нас нету. Прожил он долгую жизнь. Ну, если уже кому-то надо будет, может быть, собрание у нас сегодня будет подольше, но если кому-то уже срочно надо будет пойти, я думаю, никто из родственников не осудит. Срочные дела или дети будут спать. В 1940 году, он так и написал про себя, родился сын Витя. Время поменялось, Польша как раз отступила, много поменяло в жизни государства, и те законы ушли в забытье. Тем более, если бы и дальше занималась Польша, то ведь было бы тоже неизвестно, как было бы. В начале 41 года его отец Лукаш вывел лошадь до колодца напоить водой. Лошадь была молодая, и, как обычно, играясь головой с хозяином, играла с ним, и он поскользнулся. Была зима, мороз, лед около колодца. Он поскользнулся, ведь вторая нога не своя, деревянная, на железных завесах, и упал животом на землю. Был он раньше худой и уже кашлял, но несколько лет как бросил курить, и поправился, и перестал кашлять, и полнее стал. И еще сам пришел в дом, но уже сильная боль в животе. Качался от боли на койке. Вите сыну было полгода. Смотря, как отец качается, улыбался, рассказывали позже. Видимо, мальчик думал, играется папа. Да и что может понимать ребенок в полгода? Отвезли Лукаша в Адрыжин в деревенскую больницу. Врач заходил, часто послушает пульс, махнет головой. И поняли, что все серьезно. На третий день утром собрались, лошадью родственники везли в Пинск. Диагноз — разбил мочевой пузырь, а ночью его не стало. К утру отошел вечность. 2 дня для покаяния было, но как он использовал, только знает один Бог. Он так православным и умер. Привезли домой, и 14 января 1941 года похоронили в 48 лет. Хоть инвалид, но здоровый, крепкий, в теле, оставил жену, детей и ушел в вечность. Осталась Евдокия в 40 лет с семью сыновьями одна, старшему 12 лет, а самому младшему полгода. Слабого здоровья, худенькая, щупленькая, небойкая, мирная, спокойная, не из пробивных, вот и живи. Как покорная овечка, говорили, жила хорошо за сильным мужем, и это была правда. А дальше? Но Евдокия была верующая, христианка, не числилась в числе сильных. Что-то отстоять свое, громко доказать, остаться в группе просвещенных. И поскольку почти молниеносно все свершилось, власть поменялась, земное благополучие и деньги ушли, пенсия ушла, и документы, заверенные высшим нотариусом на 100 лет, остались просто бумажкой. И это еще не все, и жизнь мужа, хозяина, ушла неожиданно, без сигналов. Все земные жизненные опоры ушли, но есть на небесах Бог. Все же людям свойственно рассуждать и решать. Еще не разошлись с похорон, и Евдокия подслушала случайное решение и заключение добрых земных утешителей, которые говорили: этот год еще проживут, в кладовых есть еще запас от Лукаша хлеба, ну и следующий год тоже на зиму посеяно зерновых, как-нибудь сами уберут. А там... Кто-то махнул, видимо, рукой, может, забыл что-то. Евдокия, что это слышит или понимает, что это значит. А там, а потом, эта семья обречена. Она, Евдокия, не справится, чтобы эта семья выжила. Но этого мудрые вслух не говорили. Случайно она услышала. Добрые говорят громко и во всеуслышание. И второе утешение, в кавычках, мудрая, подслушала Евдокия, хотя бы ей не это грудное дитя Витька. Когда горе тяжело, тогда материнское сердце особенно чувствительное. За детей особенно, и эта любовь чисто материнская, жертвенная. И когда мудрые, в кавычках, люди считают самое мудрое утешение или решение матери самое больнее — это видеть или слышать. По-человечески, может быть, это и так, но есть на небесах Бог. Прошли годы. И Евдокия, вспоминая детям эти рассуждения, началась жизнь реальная, без отца земного. Печаль, скорбь, горе, потеря мужа, отца, хозяина. Утрата, тяжелые годы. Плачет, скорбит, переживает. Побольше дети то играются между собой, то свои детские занятия. А грудное дитя постоянно надо то покормить, то попеленать. И мать отвлекается на время от печали и скорби уходом за детем. И так сохранилась нервная система, не нарушилась. Кажется, таким естественным путем Бог провел те тяжелые годы и отошла вечно в 78 лет. С хорошей памятью и светлым рассуждением. И даже то, что люди считали лишним или особой тяжестью, явилось, наоборот, утешением, исцелением ран. А хватало хлеба 6, хватало и 7. И это еще не все. Может быть, только начало тех тяжелых дней испытания церкви, деревни Власовцы и всего Полесья. Да и семья Лукаша и Евдокии особо. Прошли только полгода после смерти Лукаша, и в 1941 году летом началась война. Виктору было год. Деревня Власовцы, около 20 километров от Янова, городишка, где проходила железная дорога, которая соединяет Гомель и Брест. И проходила трасса, выложенная из камней, польской плиткой. Поэтому немцы так быстро прошли по трассе на мотоциклах и фургонах, почти без сопротивления, обойдя в Бресте крепость. Просто через некоторое время пришли немцы и утвердили свою власть в деревнях захваченных городов. Не успели призвать в армию для защиты только что установленной власти Советов. Даже убегать мало кто успел. Они рвались все быстрее на восток, ближе к Москве. Жестокости к людям мирным не проявляли. Также все люди сеяли, собирали урожай, растили и рожали детей, занимались скотом. То есть жизнь шла почти обычным путем. Лишь постепенно стала проявляться жестокость войны. Я буду много пропускать. Там описаны были военные годы, как людей убивали, как Бог помогал. Но, вы знаете, он свидетельствовал, что в подростковом возрасте начал читать Библию. Дома Библия была, которая была еще царской подарена ему, как его отцу, как инвалиду, с подписью. Даже коммунисты, когда пришли, они ее не забрали. И когда он начал читать в подростковом возрасте Библию, то есть такое свидетельство, что все в деревнях называли по кличкам. И когда он читал родословную, то прочитал, что имена есть у людей. Начал деревни в подростковом возрасте называть людей по именам. Вы знаете, Бог начал работать. И дальше, когда уже было ему 18 лет, 1 число месяца, воскресенье, в Вишневке делали съездное служение. Я поздно узнал, что это не Вишневка, а Лышневка. Съезжались со всей Украины части и Беларуси, и даже приезжали с некоторых мест России. Поскольку после смерти Сталина сделали большую амнистию, собираться стало более свободно на многолюдное собрание. В субботу, с самого утра, несколько братьев и сестер отправились в путь велосипедами со своей деревни Власовцы по песчаной грунтовой дороге за 70-80 километров в сторону Любешова. Дальше через Седлище и на вечер прибыли на вечернее богослужение в деревню Табалы. Как обычно, в то время почти в каждом богослужении молились на иных языках и было пророчество, духовное пение, ну и, как всегда, проповедь и общее пение. В той церкви был тогда сильный пророк, звали его Родион. Его и проповедь отличалась и пророчество от остальных, всегда в силе, при исполнении Духом Святым. И когда было пророчество, то не требовалось пояснений, ясно, понятно и конкретно. Гостям было тогда через него слово. Что было к другим, я сейчас не помню. Только запомнил, что было ко мне и брату моему Сергею, было слово. Часто в мир заглядываешь, не вполне предан благодати моей. Это было первый раз в жизни моей слово через пророчество, лично ко мне. Перед моим разумом и духовным взором пристали те мелочи, которые раньше считал маловажными. И все это надо оставить раз и навсегда. Не надо было, чтобы мне кто-то пояснял, вот это надо оставить, вот это надо оставить. Это Богу не угодно, это мирское, это плоское. Но тогда мне было, это стало все ясно и понятно. Как будто святой свет Божий просветил мою юную душу небесным светом. Я сделал решение следовать за Христом и этим мелочам не заглядывать в мир погибающий. Ведь и до этого я не посетил ни один раз танцы. И даже видел, как танцует. Это когда Иван, брат, женился, он тогда был неверующий, то на свадьбе у нас в доме в сенях играли и танцевали. Музыка меня не влекла. Я ни разу не был пьяный, хотя вкус пробовал водки и вина. Не скурил ни одной папиросы, хотя пробовал в детстве потянуть окурок или листья с деревьев, когда пас коров. Тогда в детстве, когда мама бывала, начальство обижало, я бывало думал, когда я вырасту, буду мстить. Да и с девочками где-то пошутить не считал грехом до этого. Это мелочи. Я никогда не думал уйти от Бога и понаслаждаться мирскими жизнью. Но в тот короткий час понял, этими мелочами я заглядываю в мир, а нужно быть преданным Божьей благодати. Хотя в то время я еще не все понимал и не разумел, что такое Божья благодать. Во мне совершился полный переворот. Назвать это рождение свыше. Я называю это решение идти за Христом. На вечернее богослужение в конце служения предложили, кто желает получить крещение Духом Святым и помолиться. Я с детства был очень стеснительный, никогда не мог отважиться что-либо предложить или просить, да еще в таком обществе большом. Но поскольку предлагали другие, я тоже осмелился предложить за себя, чтобы помолились. И только ко мне подошел брат, который имел дар вспоможения, и положил на мою голову свои руки. Со мной впервые в моей жизни произошло что-то необыкновенное, как будто приятный огонь на теме моей головы или сверхъестественная сила сошла на меня, и с теми не прошла по всему телу. И до этого молитва моя как будто так сухая была у меня, а в то время мимо моей воли и намерений мгновенно открылись мои уста, и как будто огонь, подобно ветру, вливался в мои уста, и я как будто вдыхал в себя что-то на земле необъяснимое, ни с чем не сравненное, как теплоту духовную или как освежающий ветерок, и прямо без слов вливался вместо воздуха в мою внутренность через мои открытые уста. В то время я не запомнил, о чем молился брат, или на иных языках, или своим умом. Все громко молились. Но как только я услышал через него знакомое мне слово «крести, крести», мои уста не успел я ничего подумать, не решать, и как... И вначале, мимо моей воли, стали произносить те же слова «крести, крести», то есть точно то, что я полгода назад в доме Петра Теребея весной, я считал, учат, как дитя, повторять. И я тогда, не понимая, сомневался и осуждал, а сейчас пережил на себе. Когда это ходатайствовал Дух Святой, совершая молитву пред Отцом Небесным через дар вспоможения и далее через мои уста и просьбу к Богу. Позже полились лепещущие языки. Отошел от меня брат, и у меня все утихло. Но позже уже я чувствовал на молитвах, особенно ревностных, сила касалась, но проявления не было. А во сне иногда снилось, я говорю языками. Просыпаюсь, все по-прежнему. Так продолжалось примерно полгода. Где только были ревностные молитвы, я посещал и предлагал, чтобы помолились за меня. И когда брат или сестра возлагали на меня руки, идут языки иные, большинство лепечущие, уходит, и все по-прежнему. Я уже думал, почему у меня не так, как у других христиан. Если бы у меня было по-другому, многие вопросы я бы не понимал. Некоторые говорили, ты уже крещен Духом Святым, но себе я сделал вывод, пока через мои уста Дух Святой не засвидетельствует моему духу на основании Римлянам 8 главы, все эти проявления только посещение, но не крещение. И тот момент пришел. Через мои уста, без вспомогательной молитвы других, Дух Святой засвидетельствовал словами «Ава Отче», и я успокоился. Летом, в 60-м году, вечером я принял водное крещение. И вы знаете, вот то собрание, которое вот я зачитывал, в 21-м году перед войной мы были в Украине и заехали в эту деревню. И вы знаете, он проповедовал в этой деревне, что вот 60 лет назад, там, в 58 или 59 году, я, говорит, был здесь, нас переписали, после этого развалили дом молитвенный, и он говорит, ну, было 60 лет назад, вот это все, это в вашей деревне все было. Первый раз Бог ко мне загорел Духом Святым в пророчестве. И вы знаете, после собрания, это было как раз праздник Троицы летом, и после собрания подходит один дедушка, который старше за Лукича, наверное, лет 5, и он говорит, я был в том собрании тогда. Да, точно, после этого дом молитвенный тот развалили. Я был, говорит, там в собрании. И дальше, летом, в 60-м году вечером я принял водное крещение на ручейке, преподавал наш пресвитер Исаак Бондарович. Несколько душ молодых тогда принимали крещение. Нам, молодым, в те годы ничего не угрожало, а пресвитер, освободившийся не так давно, его могли обратно посадить. Мы понимали его обстановку и не требовали, чтобы это было открыто торжественно. Даже в регистрированных церквях до армии в основном делали крещение тайно, потому что запрещали. В это время я уже устроился на работу. Чтобы иметь паспорт, надо было иметь или военный билет, или приписное свидетельство. Общим В общем, бумага с военкомата. И поскольку меня военкомат не вызывал как призывника, то я сам пошел в военкомат за нужными бумагами для получения паспорта. Вместо бумаг завели личное дело призывника и поставили у себя на учет. И первый вопрос того времени – комсомолец? Нет. Почему? Верующий? Да. Военную присягу и оружие принимать будешь? Нет. Почему? Христос сказал. Написано в Евангелии. И практически как сейчас помню. Взял тот человек ножик, раскрыл, поднял руку с ножиком. Если вот так нападать на тебя буду, что будешь тогда делать? И еще некоторые подобные вопросы и в более резкой форме. Он умолк, а на деле карандашом написал «Заядлый баптист». И с этим делом прошло еще несколько лет. Я рос земным ростом медленно, а духовным мне казалось еще медленнее. В обществе не мог говорить, привык слушать, и что согласно с Писанием воспринимать. Однажды на молитве у сосуда пожилой сестры через нее было слово и пророчество ко мне. Но не так ясно, как бывает для других. Сильное обещание, быть великим или творить большие дела. Прямо как ходатайственная молитва за меня. И после этой молитвы как будто открылись уста мои. И я после этого... стал проповедовать. Ну, конечно, где приглашали. В те годы, куда бы ни заехал, далеко или близко, брат, скажи слово. Помню, заехал на Украину, вечернее служение, полный дом, особенно молодежи. Я знал, что там есть много ревностных, духовных проповедников, и молодых, и пожилых. Мне хотелось в тени спрятаться, где-то сзади, и назидаться особенно от горячих украинских проповедников, тем более понимая, что впереди ожидает испытание, одиночество. Родион тоже был там как гость и сидел за столом. Пишет мне записку. «Брат юный, избери слово и посей между семьей Христовой, и дам тебе защиту, где ты будешь». Я, конечно, повиновался, а позже вспоминал Божье обещание, когда был в одиночестве. Осенью вручили повестку мне в армию. Сляхович, Саше Горошке тоже подали повестку. И в военкомат мы обои прибыли. Кто-то подслушал разговор военкома. Двоих богослова отправлять не надо. Вместе они и там будут устраивать молебен. Его отправили, а меня вернули до особого распоряжения домой. Следующей осенью мне вручили повестку на службу в армии. Сделали прощальное служение на Власовцах. Гости приехали Сляхович, Сухова, Драгичина. Одна сестра из... Хороший почерк у папы, но не могу прочитать. Перед отправлением открыл Библию, и место Писания открылось. 1 Петра 5:9. Такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Еще по пути в Драгичи несколько вдохновенных мыслей, и далее в Брест. И полные вагоны, и далее на Калининград. Где-то на пересыльном пункте были 2 дня 4. И распределение в часе. Двухъярусные нары с грубыми замазоленными матрасами и ожидали каждое своего назначения. Однажды, выйдя на коридоре, один парень из Донбасса узнал, что я верующий, и вбежал в комнату и закричал: «Хлопцы, идите, я живого баптиста увидел». Вышли ребята, увидели меня, пожали плечами и молча ушли. Но он, по-видимому, не встречался никогда с верующими, а читал они в газетах или видел в кино, где на христиан поношение было и разная клевета. Такое было время. И мне Бог дал милости быть свидетелем ему в России. Калининград, это уже Россия. Подошла и моя очередь. На беседе был генерал. Я впервые в жизни встретился с человеком в таком звании. Поскольку я не сам искал с ним встречи, а меня к нему повели, то я не мог ни подготовиться, ни сориентироваться, как себя вести. Его вид отличался от всех остальных офицеров, с которыми я уже встречался. Крепкий, здоровый, гордый. Но я этого понял позже. Коротко вопрос напрямую. Служить в армии будешь и в каких войсках хочешь? А я, как деревенский парнишка, хотел помочь ему. Отвечаю, в стройбате еще мог бы служить без оружия и присяги. Я уже тогда знал, что некоторые офицеры в части упрекали верующих о том, что они не предупреждали или в военкомате, или при распределении. Он гордо ответил мне, в стройбат захотел денежек заработать. Направим в часть строевую, а там верующие больше, чем полгода или месяц не бывает. И разговор окончен. И направили в инженерно-технические войска для обслуживания морфлота Балтийского гарнизона города Приморск-Новый. Прибыли в часть. Переодели. Занятия, как всегда, призывники. Подъем, отбой. Тут описываются многие беседы. Весть о том, что солдат открыто отказывается принимать присягу и оружие, быстро прошла по всему округу. Поэтому начались беседы почти каждый день. С многих частей приезжали офицеры, атеисты беседовать, попробовать свою силу. Начитались в газетах, что где-то кого-то переубедили молодого. Вот и потренироваться решили. В то время страной управлял Никита Хрущев, и офицеры уже были грамотные. И атеизмом, и моральным кодексом были подкованные, как говорят в народе. Нам это было время свидетельства о Иисусе Христе и Евангелии. И мы не выбирали, куда идти. Но нас или вели, или к нам и шли великие этого мира. Слава Богу. Один раз повез меня на 3 дня на беседу сержант Весело в Калининград, в штаб тыла флота. Большой длинный стол, за ним сидят человек 10-12 офицерского состава. Замначальника штаба тыла флота, полковник Исамудинов, как председательствующий. Я один против них рядовой, но если со стороны, то как пастух или щупленький деревенский парнишка среди возмужалых крепких богатырей с высокими званиями и авторитетом. Мой сержант приведет к ним, а сам сидит на диване и молча все только слушает. Говорят высшие. И вопросы один за другим разные, и научные, и моральные, и религиозные. И надо дать ответ не какой-нибудь за Давида или за Старого Завета, где врага могли убивать, а только Христос и Новый Завет. Иначе на всю страну написали бы в газетах и радио: вот ваши основания и поношения на церковь и учения. Но когда умолкали один за другим, это и оставалось в кабинете. Этого не писали. И Бог давал, что говорить и отвечать, как и обещал Христос в Евангелии Матфея, 10 глава, 18 по 20 стих. Последний длинный вечер, как заключающий, старший папиросу за папиросой курил, нервничал, уже все израсходовал свое накопленное в разуме за многие годы, а зло выразить бранью нелепой не мог. Я бы сразу упрекнул его за ложную мораль атеизма. Сержант со стороны позже говорит: пачку или две скурил. И в конце говорит: я вижу, ваша беседа ничего не дала, без результатов. Конечно, при всех не объявил. Мы побеждены. Но, видимо, каждый с них и сам понял в себе. Лучше не трогать верующих, особенно когда слушают люди или товарищи. Назначенный день присяги наступил. Все по форме военно с оружием выстроились. Один стал я в строе без оружия. В тот день мне даже не предлагали взять в руки. Все до одного понимали. Меня специально поставили, чтобы все видели, все приняли. Лишь один из сержанта, уже постарше возрастом, как назойливая муха над духом, тихо мне почти все время говорит: ну прими, ну прими. А мне последнего приглашения на добровольное решение. Рядовой Шишло, выйти из строя для принятия военной присяги. Нет, отвечаю. Как струнка выпрямился офицер и приказывает уже: именем Союза Советского Социалистических Республик приказываю принять военную присягу. Нет, отвечаю. Уже подготовленные 2 солдата с оружием получили приказ и увели меня в отдельную комнату под арест. Остальных увели на торжество на улицу, а позже на обед в столовую. А мне, как арестанту, принесли обед в комнату, где держали и увезли в Балтийск, закрытый город, на гауптвахту. Не объявляли, на сколько суток мне, видимо, чтобы создать вид вооруженные силы, это не игрушка. На месте я узнал, это лишь гауптвахта, и срок всего лишь 10 суток, мелочь. Однажды в обед или после работы говорят мне: привезли еще одного богомола, но он рисует на стенах кресты. Думаю, наверное, обратно какой-то православного. В то время с самого рассвета атеизма пообщаться с любым человеком, призывающим Бога, это была радость. Я свободно мог ходить по коридору и подошел к дверям, чтобы через глазок посмотреть и побеседовать для знакомства через дверь. Смотрю в глазок, он услышал и тоже подошел к двери. И только мы встретились взглядом, я даже не смотрел на стены. Я знал, что там крестов нету. Распятый Христос и духовное, Дух Святой живет в сердце его. Лишь для ясности я спрашиваю: с какого убеждения? Пятидесятники. Борис Тарасюк, с Карпиловки. Начался суд. Суд идет. Встали и судьи, зачитали приговор. 5 лет общего режима исправительной трудовой лагерях, как и просил прокурор. Позвали меня к столу, и подскочили двое, и быстро сорвали с солдатские погоны и отвезли в тюрьму города Калининграда. Тщательный обыск, даже швы прощупали, чтобы и режущих предметов не было, и ни денег, никакой бумажки или листка религиозного не было. Но между пальцами, ни за зубами, ни в других местах ничего не было. Мне показалось, как будто бы буря утихла, наступила тишина, и море успокоилось. Меня пугали раньше, да и сам я думал, будет тяжелее. А бедная мама дома переживала больше меня. Меня Бог настолько хранил, что и пальцем никто не тронул. Только страшили и пугали. А дома, когда запрос сделали, то в район на работу и по селе пошел шум. Трибунал будет, судить будут сына. Начальство, возможно, слух пустили. А один человек пожилой, непартийный, говорит маме: убьют сына. Что начальство уже привыкло, люди, что верующие атеисты, пугают. А вот когда работяга говорит, это совсем по-другому. Тем более почти еще свежий случай, что дядю Виктора арестовали и казнили. Но мама хоть и переживала, но убеждение было: за Христа, чтоб только дал Бог силы устоять. Позже Володя, брат, мне рассказывал, на молитве Дух Святой через духовное пение ходатайствовал: «Боже, дай ему силы устоять». При входе в зону Бориса Тарасюка тоже вместе везли, его на 3 дня позже судили. Тоже 5 лет дали и на этап подготовили вместе. Прочитали немного о порядке и упустили в зону на постоянное пребывание. Я с Борисом, как только одели в робу, посетили барак, где уже находился Пигалюк Ростик, еще один субботник Бодаян Ефим. Проходя по бараку, Борис увидел Ростика и говорит ему: «И здесь мы тебя нашли». Нас встретили также Василий Коснюк с Прилесного и Василий Пицул с Черновицкой области. И нас оказалось уже 6. Заключенные сразу заметили, что христиан добавилось. И некоторые говорили: какой у вас пароль? Только приходит этап на зону, и вы уже встречаете своих с приходом. Вы знаете, вот здесь вот этот человек, Василий Коснюк с Прилесного, тоже в 21 году заехали там. Так, перед собранием заехали, встретился он с батькой такой, я смотрю, он в коридоре, он такой искренний, такой человек был, полгода после этого помер, и он отозвал его в сторону и разговаривает. Я говорю: уже надо на собрание идти, уже 10 часов. Он меня махнул рукой: без нас не начнут, говорит. И он такой со слезами на глазах, он говорит: ты ничего не понимаешь, у нас самое хорошее время было, когда мы там. Ты вот этого не поймешь. И он мне просто как пацану рассказывает: ты вообще не поймешь, говорит, у нас вот мы, вот у нас, говорит, есть что вспомнить, что это. Вы знаете, нету этого же человека, он тоже уже ушел в вечность. После лагеря, отбывший 5 лет, то есть папа рассказывал, он вышел, еще 5 лет решил понаслаждаться свободой, ездил, где только знал, церкви есть, посещал друзей, знакомых. И вот был у него друг Михаил Мелищук, он младше был, но они дружили вместе, и как-то приехал он тоже в их семью. И вот уже 19 мая 1974 года женился на Валентине Ивановне Мелищук. Проживали в городе Иваново Брестской области. В 1975 году родилась дочь Светлана, в 1976 году дочь Алена, в 1978 году сын Виктор, в 1979 году сын Петр, в 1981 году сын Михаил, в 1982 году дочь Любовь. 27 октября 1984 года родился сын Василий, который заболел. Однажды по дороге в больницу папа услышал голос: «На земле ходить не будет, а будет ходить в небесах». И в возрасте 6 месяцев он умер. На его могиле написали надпись: «Жди нас в небе». Мы верим, что сейчас, расставаясь с нами, наш папа встретился со своим сыном 38 лет спустя. В 1986 году родился сын Павел. А в 1987 году родилась младшая дочь Валентина. Жизнь проходила не только в семейных заботах, но и в работе на Неве Божией. Вначале занимался с подростками молодежью. 2-9-90-го года было рукоположено диаконское служение. Пришло время свободы, и открылись двери для евангелизации. В районе было около 120 деревень, и был девиз, чтобы Евангелие пришло в каждое селение. Поэтому с молодежью объехали все деревни, а многие не по одному разу. В некоторых поселках собрания проходили регулярно. Жизнь пробегала быстро в заботах о церкви, о семье. Работал столяром в местной районной больнице, что давало возможность видеться и знать, кто с района лежит в больнице. Благодаря хорошему расположению от начальства на работе, часто отъезжал по району по совершению похоронных служений в маленьких церквях и группах, где была хорошая возможность проводить евангелизации. В 1999 году переехали в Колумбус в возрасте 59 лет. Так как приехали по статусу пароль, то на следующий день пошел на работу. Адаптировался быстро к новой жизни и включился в служение в церкви. Единственное, о чем скучал, это о евангелизации. Две старшие дочери вышли замуж еще в Беларуси, которые вскоре переехали в Колумбус. Остальные 6 детей поженились в Америке. Начиная с 2006 года начал ездить в Украину и потом в Россию. Вначале он поехал в Украину, нашел всех своих родственников, которые поразъезжались после войны по Восточной Украине. Там много было родственников везде, которые поразъезжались, и там все были неверующие. Понаходил их в 2006 году, некоторые из них покаялись, его двоюродные сестры, все свидетельствовал, покаялись. И начал ездить в поездки 2006 года. Что самое интересное, я в Россию начал ездить с 2002 года по 2006 активно, но когда я женился и уже дети начали рождаться, то папа начал ездить, и знаете, как вот пословица, гиблуй-гиблуй, сынок, а батько приеде топориком подправить, да? То есть и ездил везде, и там, где мы ездили, везде, и там, и по новым местам. Жизнь была насыщена духовным трудом, поездки длились по 3-4 месяца, иногда по несколько раз в году. Возвращаясь домой, шел обратно на работу, чтобы зарабатывать на следующую поездку. С молодости работал по строительству и с деревом, и в Америке с 1999 года 15 лет проработал в столярном цеху. В возрасте 74 лет вышел полностью на пенсию, но продолжал ездить по просторам бывшего Советского Союза. Наверное, трудно найти какое-то место, где он не был. Я вот это написал, а потом подумал, что он никогда не был во Флориде. Мы вот иногда предлагали поехать, он говорит, да не, вы после Флориды приезжаете, 2-3 дня еще отдыхаете, я после России приезжаю, на следующий день еду на отдых. Я вот, когда он заболел, я все ему говорил, папа, может переедем во Флориду? Тут по полгода зима, дети не на улице, давай переедем вот так вот, и все, тебе теплее будет. Не, говорит, не, я пока вот тут не надо, он ни разу не был во Флориде. Иногда за одну поездку посещал от 70 до 100 церквей, групп революционных центров, ездил по труднодоступным церквям Крайнего Севера и Дальнего Востока. Совершил 23 поездки. Последняя поездка была летом 2021 года. Перед войной в возрасте 81 год посетил Восточную Украину, Донбасс, Луганщину. Вы знаете, я с ним поездки только в Дакоту ездил раз, но ни разу никогда не попадал с ним ни в одну поездку. То я ездил, то он потом начал ездить. Ну, когда-то папа сказал такую пословицу, орлы стаями не летают. Но вот в эту поездку в Украину мы как-то поехали вместе, побыли там на Донбассе, на Луганщине, по линии соприкосновения, посетили маленькие церкви и поселки. По приезду домой через месяц косил он у себя дома траву. Косилка зацепилась за качелю и перевернула ее. Когда падала, то упадала ему на шею, повредив спиной мозг. Из-за этого его парализовало. Пробыл в Господе 3 месяца, при полной памяти и ясности. Вначале не мог ни дышать самостоятельно, ни кушать, ни разговаривать. Через неделю после аварии узнал, что старший внук Марк Бедешко попал в аварию. Находясь в разных госпиталях, проходили огненные испытания. У Марка были переломы 4 шейных позвонков в 8 местах. Но чудо Божие, что его не парализовало 18 лет. Виктор Лукич радовался, что внук 18 лет ходит, а он 81 год парализован, а не наоборот. Полгода не был на служении и радовался, когда появилась возможность посещать церковь по 4-5 раз в неделю, с нетерпением ждал каждого собрания. Несмотря на то, что регулярно был в церкви, но был благодарен Богу, кто посещал его на дому, хотя бы на короткое время, постоянно напоминал, чтобы передняя дверь была открыта, вдруг кто-то придет. принимал все испытания как волю Божию, без ропота и даже тени ропота. Господь возвестил, что только в вечности поймет, почему так произошло, и чтобы принял все как волю Божию, а молился за детей и внуков, ибо только Бог знает, что им предстоит впереди пройти, а их у него осталось 8 детей с невестками, зятьями, 38 внуков и 2 правнука. Так что пора принимать эстафету. И вы знаете, я хотел бы, хотел это вначале сказать, но как-то выпустил, чтобы у нас сегодня похоронное служение. И вы знаете, я знаю, что папе как-то, он привык раньше, он много на похоронах ездил по району, я иногда был с ним, мы мало ездили, для нас уже как-то похороны были такое привычное, мы знали, что где-то если надо на похороны, то батька всегда он туда где-то едет, у него по работе всегда получалось. И похороны раньше чуть по-другому приходили, сейчас мы больше... Я бы хотел, чтобы эти похороны это не были просто... Ну как, вот мы хвалим усопшего человека, мы говорим, какой он там хороший или это, что покойники говорят только хорошие. Я хотел бы, чтобы сегодня, которые будут свидетельства, проповеди, все было для того, чтобы это были уроки и образы для нас. Чтобы через это мы увидели, как Бог может через слабых, немощных людей послужить в этом мире. Чтобы... То, что мы даже будем говорить, или положительное, или хорошее, оно не приписывалось человеку, но оно приписывалось Богу, который дал возможность. Мы иногда себе что-то приписываем. Я только сегодня прочитал в этой книге, что он не мог даже проповедовать, пока за него не помолились. И тогда он начал проповедовать. И эта способность у него сохранилась до конца. И я бы хотел, чтобы мы сегодня помолились. Мы сегодня помолились, и может быть кто-то... в своей жизни тоже он хочет принять решение. Он, может быть, он как серый человек в церкви, где-то в обществе, но он хочет служить Богу, и Бог через него может проявиться. Независимо, кто-то есть в этом собрании. Молодой ты, старый. И знаете, когда... Независимо, когда же мы умрем. Когда папа ездил в поездки, знаете, я слышал иногда такие разговоры, так он уже старый, еще где-то там упадет, умрет, не найдете его, по разным там речкам опасным ездил, по Сахалинам, в Якутии, везде. И вы знаете, ничего его не брало, не замерзало. Иногда, говорил, даже зимы теплые становились, когда приезжал. И многие люди говорили, так он там еще умрет, его такая проблема будет потом перевести сюда. И все. И я так себе думал, я как-то решил, наверное, лет 10 назад, как-то и с папой поговорил. Я говорю, я абсолютно не переживаю, папа, где ты умрешь? Он говорит, я тоже не переживаю. Я говорю, наоборот, если где-то ты умрешь на крайнем севере, даже если тебя там похоронят, то даже если с каждой семьи по одному внуку туда приедет на твою могилу и просто примут решение служить Богу, это намного, может быть, даже торжественнее, чем вот эти цветы, вот этот, знаете, похороны, которые мы видим, которые, как-то все величественное. Но если кто-то из нас, он хочет и дальше служить Богу, может быть, не принимал решения, не просто даже служить Богу, но как мы читали в этом свидетельстве, что он говорит, я даже не знаю, как это назвать, рождение свыше, или решение служить за Богу, оставить все мелочи, оставить все и дальше идти за Богом. Может быть, это кто-то будет с внуком, может быть, кто-то это будет с подростков, с детей, и может быть, кто-то еще будет с нашей церкви вообще. Но мы будем сегодня молиться, кто хочет принять решение служить и идти больше, дальше за Богом, чтобы, как написано, зерно, павшую землю, оно принесло плод. И если оно не умрет, оно не принесет плод. И сегодня этот человек, он будет падать в землю, чтобы это зерно не осталось голое одно, но оно принесло плод. И поэтому мы делаем эти служения, мы делаем эти похоронные служения, чтобы не просто отпустить и сказать, какой человек хороший был, а для того, чтобы это зерно, оно принесло плод. Давайте встанем и помолимся. Господи Бог наш, мы нуждаемся в Тебе сегодня, дорогой Господь. Полагаемся на Тебя сегодня, Господи, мы благодарим Тебя за то, что в Тебе жизнь, в Тебе на самом деле жизнь, в Тебе не существование, но в Тебе жизнь, Господь. Аллилуйя Тебе, Господи Бог наш, Ты берешь таких, Господь, слабых, порой немощных, болезненных, Господи Бог наш, ничего не значащих, Ты берешь, Господь, и берешь, используешь этих людей. Мы благодарим Тебя за это, Господи, мы благодарим за то, что Ты это все делаешь, и мы благословляем имя Твое сегодня, Господи, и мы не хотим приписывать сегодня никому человеку, мы знаем, что все дела идут вслед за людьми, но мы хотим, Господи, это приписывать все Тебе, Богу, живому, святому, великому, Господи. И мы не хотим, чтобы сегодня это все так просто закончилось. Это были обыкновенные похороны, Господи. Ты касался сегодня сердца людей, Ты коснулся сегодня внуков, нас, детей, коснулся, Господь, сыновей, дочерей, невест, Господь, зятей, Господи, чтобы мы, Господь, с особенной ревностью могли служить Тебе, Господи, Бог наш, аллилуйя. Господи, смотря на наши образы, которые мы имели, Господь, взирая на кончину жизни, Господи, Бог наш, мы нуждаемся в Тебе сегодня, Господи, если кто хочет сегодня служить Тебе, помоги, Господь, каждому, может быть, или молодому, или пожилому, принять решение служить Тебе и дальше идти за Тобою, Господи, а с Тобой жизнь интересная, а с Тобой жизнь насыщенная, а с Тобой жизнь, Господь, это радость и мир во Святом Духе, слава Тебе за все, Господь и Бог наш, мы благословляем Тебя сегодня, Господь и Бог наш, мы благословляем, помоги, чтобы каждый человек в этом служении сформировался, как свой служитель, вошел в свое призвание, Господи, ничего земное его не тяготило, Господи, но мы благодарим Тебя за это, и мы поклоняемся Тебе за это, Господи, и мы маленькие люди, мы сегодня веряем в своей жизни Тебе, помоги нам служить с преданным сердцем, помоги нам служить, Господь, в Тебе, Господь, Господь, быть в Тебе и Твоей благодати, за все Тебе да будет слава, честь Тебе, хвала и поклонение, аминь. Присаживайтесь, сейчас будет там видео, я тоже его не видел, наши братья с молодежи несколько лет его назад записали интервью. Звать меня Виктор, мне 80 лет, уже кончилось летом, прошлого лета, значит, сейчас 1940 года рождения. Сознательно я уже покаялся, это в 59 году. Всегда посещал богослужения, считался верующим и был верующий. Ни одной мысли мне было то, чтобы отступить от Бога, это самое страшное, идти сознательно в ад, в озеро Огненное. Вот, тем более пережившие военные годы, когда Бог хранил жизнь людей, и тем более верующих. И много таких было свидетельств конкретных о том, что Бог вступался, ибо верующие. Ну, в детстве и в подростковом возрасте были и ближе к Богу, более горячие были моменты, и были немного охлаждения. И даже в подростковом возрасте меня были, немного сердце тревожило. Я думал, ну, когда буду умирать, буду каяться. А в чем каяться, даже не понимал и не знал. И как умирают люди, когда больно на сердце. Я не был больной, но так тревожило. Тоже не понимал, не знал. Но когда уже в 59 году ехали на съездное служение, примерно километров 70-80 велосипедами, и по пути заехали в одну церковь в субботу вечером. И было первый раз пророческое слово ко мне лично, такого содержания. «Часто в мир заглядываешь, не вполне предан благодати моей». И перед моим взором и совестью все то, что считал мелочами, в совести всплыло, надо оставить один раз и навсегда. Все у меня внутри пришел переворот, я это называю рождение свыше. И уже через полгода, через зиму, получил крещение Духом Святым и принял водное крещение уже в 60 году. Крещение принимали на ручейке за деревья вечером, потому что братья только отсидели в лагере, давали им по 25 лет, по 10 лет, и оттуда началась уже моя сознательная жизнь служить Богу. И уже когда меня призвали в армию, стал отказываться от оружия и от присяги, и тогда началось уже испытание. На это были очень тоже и испытания, и в самом деле пришлось быть свидетелем о Боге, о Иисусе Христе во всем Балтийском округе военном. Чувствовал я, как будто летал поверх выше земли. С детства я был очень пугливым, потому что война, сталинские годы, банды, грабеж, убийства. Вот. Жили на хуторе без отца, отец умер, полгода было, я самый младший. Вот. Но когда вели перевоспитание или допросы, или же свидетельствовать, куда-то страх исчезал, и мне одинаково было, что генералу отвечать, беседовать, а то, что пастуху и любому солдату, без разницы. Вот. И поэтому переживания были очень-очень такие возвышенные. И дело в том, что Бог давал то, что отвечать, и умолкали высший командный состав, который всю жизнь изучали и науку, и даже с политодела были знакомы с Библией. Бог давал отвечать так, что все умолкали, так как и Христос сказал: «Я дам вам уста и премудрость, которые не могут устоять противившиеся вам». И я понял, что значит веяние тихого ветра. Вот. И Бог решал многие вопросы сам уже. Когда сердце человека чистое, то враг пугает в разуме, а на сердце спокойно. Когда уже судили, там уже все пошло более просто. Самые тяжелые годы были это следствие. Там и страшили, там и уговаривали, там и убеждали, там и с Библией старались, вот как по Старому Завету. Но самое важное, залог победы, это в разуме человека и решение. Когда решение твердое, остальные вопросы Бог помогает и дает силы. Но когда в человеке уже в разуме, в решении, что как-то сделать, скривить, какой-то компромисс, как-то избежать, как-то мимо, это уже оно ведет к падению. Но решались, если и так будет в самом деле, как многие утверждали и так говорили, вот, то все равно отступить назад, даже сделать малейший компромисс мы не можем. Потому что мы и верующие, это одно, и свидетели Иисуса Христа и Евангелия. И если в чем-то даже одном свидетель скривит, он может все потерять. И поэтому уже когда осудили 5 лет лагерей общего режима, вот, и уже мы попали в лагерь, с одной стороны, они уже в наше время мягче стали, не сталинские годы, когда уничтожали в тюрьмах. Но это были годы, когда старались, чтобы верующих сдвинуть на какой-то компромисс, и сами люди отходили от Бога. Или чтобы люди тихонько верующие в себе держали в душе, но не открыто исповедовали. Не открыто шли против течения этого мира. Первоначально, когда я вместе с другом, нас привезли уже на зону, один блатной подошел к другу и в столовой говорит: «Боженька, уходи за стола нашего». А позже, уже когда увидели, что мы не являемся стукачами, то есть предателями, не носим повязки красные, как дружинники на свободе было. Вот. Отношение стало хорошее. И начальство даже уже вопросов нам никаких не задавали. А в лагере такая обстановка, если начинается какой-то разговор на улице, там сходится 50, 100, 200 человек уже слушают. И Бог никогда не оставлял верующих в стыде, чтобы верх был атеистов, безбожников. Всегда Бог давал, что отвечать, и поэтому они нас даже уже не задавали вопрос нам где-то. Вот. Да и вообще отношения уже и в стране стали годы более мягкие, и уже увидели, что все равно ничего не получится, вот, и они... Так отношение стало неплохое. Когда меня вызвали на комиссию, тогда уже я был на второй зоне, И психиатр говорит, ну как отбывается наказание Господа Бога? Я думаю, да ты, женщина негодная, будешь Богом упрекать. И говорю так протяжно, чтобы все услышали и поняли, это не наказание Господа Бога, а вашего несправедливого суда. Хотя они хотели, если бы сделались такими мягенькими, что так, ну, так, извините, извините, вот так вот, они могли бы освободить. Но говорю, я говорю, да не очень-то и нуждаюсь, чтобы потом только упрекали, что явили гуманность незаслуженную. Вот, мы же преступления не сделали. И когда я в конце сказал последнее слово, говорю, здесь говорю, прокурор, обвинение в мой адрес как верующего жестокое, скажите, встаньте, кого я чем обидел, кому что-то нехорошее сделал, за что судят. Вот, один офицер подскочил, ты нас всех обидел. Значит, это то, что не послушен государственным законам, которые противоречат Новому Завету. Вот. Ну и на том кончилось. Вот. Это были годы свидетельства и прекрасные годы в моей молодой жизни. И я благодарю Бога, что Бог вел таким путем, чтобы из тех брать очень хорошие примеры для христианской жизни. Мне кажется, сейчас я, когда уже рассматриваю, то мне всегда было легко. И я всегда думал, впереди, может быть, будет тяжелее. Или то, что Бог так близок был и как на руках нес меня, но мне всегда казалось легко. По сравнению, как с другими братьями, то мне казалось, я еще мало страдаю, мало терплю, мало такой вот... Все время стараюсь использовать время полезное, если есть только на это возможность. Я хотел бы передать молодежи возрастать духовно. В это входит полное отделение от мира, освящение, то есть от всей системы мирской жизни. И жить по духу, не по плоти, то есть чтобы была явная грань христианской жизни от мирской жизни, или даже от жизни, которая была по Старому Завету до Христа. Тем более на вашу долю выпало больше, чем на нашу долю. На нам выпало быть только свидетелями Иисуса Христа. А вам возможность не только быть свидетелями, но и евангелистами, миссионерами, проповедниками и в своей стране, где вы живете, и даже в других странах, где только есть возможность. Поэтому вам сейчас очень-очень Бог ждет от молодежи подвигов. Не только, но мы были свидетелями там, где нас вели, а вы можете быть проповедниками. Не только когда Бог конкретно посылает, но когда и в самих будет желание идти и нести весть Евангелия погибающим людям, потому что пришествие приближается, и много еще людей, даже вокруг нас, не спасенных. Поэтому пусть Бог вас благословит, вдохновит, даст силы, и как тогда мне перед испытанием, перед тюрьмой, Бог дал 3 года подготовки после водного крещения. В 60-м году принял, а уже в 63-м допросы, в 64-м вначале посадили. Вот. И вам вот, подготовки, но не делать подготовки полжизни, а во имя Господа вперед, вперед, вперед. И ни шагу назад. Пусть Бог вас благословит. Благодарим операторов. В продолжении нашего служения сейчас поучаствуют внуки. Они споют 2 песни. Пожалуйста, проходите. После внуков поучаствует Михаил Климович свидетельством, словом. После Михаила сестры Шишло, группа, и они споют песню «В небесах моя отчизна». И после сестер поучаствует Шишло Сергей Степанович. Эта песня одна из дедушкиных любимых песен, которых он любил после он попал в аварию. Вера мне дана. Слава Богу, дорогая церковь. Слава Богу. Я немножко расскажу свидетельство о Викторе Лукиче. В 90-х годах, когда была свобода, когда Союз распался, когда свобода стала, и началась евангелизация. И Виктор Лукич, как уже мы слышали, они ездили по деревням. Я был еще неверующим, еще был подростком. Мне было, может, 12-13 лет, когда они приезжали к моему дедушке. Мой дедушка был верующий, то в деревню Стромец. Они приезжали, и молодежь, она ходила по деревне и собирала всех к моему дедушке во двор. Приходите, все мы будем иметь служение. И вот они приходили, в наш дом заходили, и мы все, ну что делать в деревне, пошли, идем, мы слушали. Мы все садились так, у меня все братья, мы там, кто были, еще двоих-троих, потому что старших уже не было дома. И мы приходили и слушали. Я мало что помню, но вот я помню одно, что проповедовалось Слово Божие. И я не думаю, что Виктор Лукич тогда думал, что вот этот хлопец там какой-то там 12-13 лет будет его зятем потом в будущем. Но так Бог сделал, что в 99-м году я женился на его дочери, за что слава Богу. Я благодарен Господу. Я благодарен Господу за то, что Бог дал мне приехать даже сюда, когда я приехал сюда. У меня нету здесь родных по плоти. Но я благодарен Господу за то, что Бог дал мне вот такого отца здесь, даже на земле, здесь. И Виктор Лукич меня принял как сына. И когда люди проходили через трудности, проблемы, я помню даже когда в Иваново, когда он жил еще, я помню, когда вот Виктор уже говорил, он часто ездил по... Все почти... Похороны какие, когда я посещал, приезжал, смотрю, почему Виктор Лукич всегда там, всегда там. То есть человек, который был безотказный. Когда посмотришь, после собрания приходит, кто-то стоит такой, приехал, и видишь, ну, гость какой-то, и, ну, такой невзрачный, может быть, человек какой-то. Куда? Виктор Лукич подойдет, поговорит, надо помолиться, поддержит. То есть человек просто была такая душа человека. И все, он был труженик, своими руками все трудился и помогал всем. Я благодарен Господу, что и здесь мне пришлось с ним работать больше 10 лет, мы проработали с ним вместе. Я благодарен Господу, что хотя у нас было большое расстояние в нашем возрасте, но я никогда не имел проблем с ним. У нас всегда было взаимопонимание, я благодарен Господу. Я благодарен Господу за то, что и мы все в одной церкви такой, что как одна семья мы можем поддерживать друг друга. И когда слышно было какие-то проблемы или какие-то трудности, Виктор Лукич всегда выходил на помощь. Слышал какого-то нужда, он всегда «давайте помолимся». Это был человек молитвы, за что слава ему. Я хочу прочитать то слово, которое Бог положил мне на сердце. Как Павел говорит своему Тимофею, своему ученику. Я хочу здесь пару стихов прочитать. Это написано в 4 главе. Тимофею, второе послание Тимофею в 4 главе. Я хочу зачитать этих пару стихов. И здесь это такие пожелания и для всех нас. Это 4 глава, второе послание Тимофею, 2 стих и ниже. «Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. И от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем. Переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. Ибо я уже становлюсь жертвой, и время мое отшествие настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный. И не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его». Пусть Бог благословит каждого и поможет всем нам быть и остаться верным Господу. И еще одно хочу сказать тем, кто проходит через болезни, кто проходит через трудности. «Мы на земле только странники», есть такая песня. И здесь написано, что «но ты будь бдительным во всем, переноси скорби, даже в скорбях». Мы пройдем через эти скорби на этой земле. Нас ждет Господь на небе. Так что пусть Бог благословит каждое сердце и будет каждое сердце будет ободрено тем, что Господь с нами. Аминь. Аминь. Скажем слава Господу, братья и сестры. Зовут меня Сергей. Я являюсь одним самым старшим племянником дяди Вити. Мой отец Шишло Степан Лукич, старший брат семейства Луки и Евдокии Шишло, у которых были семеро сыновей. И мой отец самый старший, Виктор самый меньший. Мы слышали сегодня из автобиографии о том, что моему отцу было тогда, когда Виктору было полгода, ему 12 лет. Что хочется сказать сегодня? Во-первых, хочется передать те утешительные утешения и выразить соболезнования от знакомых и друзей, которые там, в Белоруссии, на Украине, передавали всему семейству и родству Викторовичей соболезнования. Пусть Господь утешит. Я буквально недавно, мы были здесь, находясь в Америке, я только 24 мая приехал сюда, вторично полгода практически был в Белоруссии, и были на одних похоронах, когда 80 лет ушел человек в вечность, и это были, как выразился один брат, торжество жизни, а не торжество смерти. Поэтому примите соболезнования и от Цвора Сергея Павловича, он передавает соболезнования, а также от всех других братьев и сестер, которые знали Виктора Лукича, которые с ним трудились. Я также хочу зачитать соболезнования от моего брата, от церкви деревни Власовцы, где был или проживал Виктор Лукич. Церковь деревни Власовцы выражает искреннее соболезнование семье Виктора Лукича. Мы разделяем с вами скорбь утраты и молимся, чтобы Господь утешил ваши сердца. Мы помним его труд, и его наставления пользуются большим авторитетом. Где-то года два назад, это пишет мой брат, пастырь церкви Власовцы Петя, Петр Степанович, где-то года два назад я, как служитель, стоял перед принятием важного решения в церкви. Несколько раз я звонил Виктору Лукичу, и мы часами беседовали. Он много помог мне тогда. Пока с нами был Виктор Лукич, было чувство некой уверенности, что есть на земле близкий человек, к которому в трудную минуту можно обратиться за советом, поддержкой и молитвой. Помню свою первую встречу с ним. Когда его судили за веру, я был еще маленьким и не помнил его лица. Помню, как о нем говорили, как ожидали его возвращения, как бабушка Евдокия собирала ему посылку в лагерь. Но вот сообщили, что приехал дядя Витя. Дело было зимой. И мы, дети, рано утром, еще было темно, побежали к ним туда на хутор. Они еще спали, но дядя быстренько встал, и я до сих пор помню, как радостно он нас обнимал и целовал, как прижимал к себе, как потом угощал, расспрашивал о жизни. Лампу он не зажигал, наверное, чтобы бабушку не разбудить, и мы немного в полумраке сидели за столом у окна и беседовали. Вспоминается наше последнее расставание. Так сложилось, что его последняя поездка в Белоруссию и моя первая поездка в Америку совпали. Мы вместе провели много времени, много беседовали и общались. И нас никто не прерывал и не отвлекал. Мы были одни. Вот когда я уже улетел обратно, дядя Витя поехал меня провожать. И когда прошли все формальности, я стоял уже за ограждением, и мы не могли говорить. Дядя Витя издали пытался еще что-то жестами сказать мне. А потом мы помахали друг другу на прощание, и я ушел на посадку. Итак, до встречи на небесах. Петр, Вера, Андрей, Шишло. Брат написал о том, что вспомнил его, когда он пришел из армии или с этого лагеря. А мне было тогда лет, наверное, 5 или 6, помню, как его провожали в армии. Это было большое собрание, было очень много молодежи, и мне запомнился один очень такой яркий эпизод, когда все были какой-то такой, ну, ожидание чего-то необычного, но дядя Витя пошутил. И все рассмеялись, и дружно, и я думал, ну, какой-то дядя необычный. И вообще, до встречи с Иисусом Христом, я вам скажу, братья и сестры, для меня дядя Витя был действительно каким-то особым человеком. Я приходил в дома своих дяди Коли, общались мы с их детьми, дяди Володи, дяди Миши. А вот дядя Витя у меня всегда как-то был какой-то особый человек. Ну, все вроде бы дядьки как дядьки, а в моем воображении он был каким-то непоседой. Он всегда куда-то спешил, он всегда куда-то торопился, что-то хотел сделать. И я задавался себе вопросом, что двигает им это? И только сейчас я могу сказать и понимаю, что это была любовь к Иисусу Христу. И та любовь, которая была в его сердце к погибающим грешникам, заставляла его, не давала ему покоя и сидеть на месте. Я помню, когда он приехал в Беларусь, это же смена часового пояса, перелет, возраст, и дядя Витя, вы отдохните, куда вы спешите? Сергей, потом мы отдохнем, будет время, мы еще отдохнем. И вот сегодня мы провожаем его последний путь всей земли. Я читаю Слово Божие, которое записано в книге Екклесиаста, 1 глава, 4 стих. «Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовек». Род проходит, и род приходит. Здесь говорится не о том, что род Шишлов закончился со смертью Виктора Лукича. Наоборот, мы слышали, сколько у него внуков, правнуки есть. И род Шишлов, как и род других людей, которые уходят в вечность, он не исчезает, просто здесь поколение меняется. И новый русский перевод говорит так. «Поколения приходят и уходят, а земля остается навеки». Сменяется поколение. И сегодня мы свидетели тому, что те люди, которые родились в 1930, 1940 году, в 2020 году, они уже практически ушли в вечность. И для нас это история. Для нас это история, действительно. Но, живя на этой земле, мы каждый пишем биографию, и каждое поколение, которое сегодня проживает на этой земле, оно пишет свою биографию. И каждый из нас пишет свою автобиографию. Пока человек живет на земле, Бог дает ему возможность и способность выбирать, где жить, что делать и так далее. Я читаю книгу «Деяния апостолов», 17 глава, 26 стих. «От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания». Так Господь определил для каждого человека, чтобы назначил предопределенные времена и пределы их обитания. В 138-м псалме записаны такие слова. Псалмопевец говорит: «В Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Время, которое мы живем, измеряется минутами, часами, днями, годами. И время жизни определено на земле Богом для каждого из нас. Но заметьте, братья и сестры, что Бог не записал в свою книгу, какие дела я должен делать, что я должен сделать, живя на этой земле. Бог не записал в свою книгу границы нашего обитания, где мы должны жить. Здесь, в Америке, в Белоруссии, в России, на Украине. Но, живя в той или другой стране, мы своими делами, мы своими словами пишем свою автобиографию. И то, что сегодня читалось, это не итог или анкета какая-то, а это документ, в котором человек в произвольной форме описывает основные этапы своей жизни с момента рождения по настоящий момент. И наш дядя Витя закончил писать свою автобиографию на этой земле. «Что я написал, то написал», — сказал один правитель. У меня такой вопрос к себе лично. И я хотел бы, чтобы вы, каждый из нас, задали себе вопрос, что написал я в своей жизни, прожив на земле 20 лет, 30 лет, 50, 70 лет. Не будет ли стыдно мне самому себе читать некоторые страницы своей автобиографии? В книге Откровения, 14 глава, 13 стих, говорит так. «И услышал я голос с неба, говорящий мне: напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». То, что мы делали в своей жизни, то, что мы говорили, то, что мы совершали, оно идет вслед за нами. Итак, поколение проходит, и поколение уходит. Приходит и уходит. И каждое поколение, и каждый человек в этом поколении пишет свою биографию, исходя из тех условий жизни, в которой они находятся. Я думаю, что нынешнее поколение наших сыновей, наших дочерей, наших внуков, у нас тоже на сегодняшний день 5 внуков и 5 внучат, и сердце иногда сжимается, когда начинаешь размышлять о той будущности, которая ожидает это поколение живущих на этой земле. Но вместе с тем, когда размышляешь и открываешь страницы Священного Писания, когда смотришь на жизнь тех, которые впереди нас прошли, на то поколение, которое, может, на долю которых выпало вот это суровое время жизненных испытаний, и которые остались верны своему Господу. И более того, они несли свет Евангелия, они несли эту благую весть погибающим грешникам, любя Иисуса Христа, любя погибающих людей. Хочется подражать вере их. Я одну поездку только помню, это было в 2015 или 2016 году, когда Виктор Лукич приехал к нам в Беларусь. И так получилось, что я имел возможность проехать с ним по Беларуси, по Украине. Это было тоже на праздник Троицы. Мы, наверное, целую неделю путешествовали с ним. Он имел встречу со своими братьями, сестрами, с которыми провел молодость, с которыми вместе служили Богу, с которыми проповедовали Евангелие благодати Божьей. И сегодня вот то, что он совершал в своей жизни, то, что он говорил, оно идет за ним. И мы также, то, что мы делаем в своей жизни, то, что мы говорим, оно тоже в свое время пойдет за нами. Итак, поколения приходят, и поколение уходит. Но, дорогие братья и сестры, есть что-то вечное, невидимое, временное, оно видимое, а вечное, оно невидимое. И это вечное Слово Божье. И Иоанна 1 глава... Евангелие Иоанна, 1 глава, 14 стих, мы читаем и верим о том, что «Слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца, совершив дело спасения всего человечества, совершив Твое и Мое спасение, и омывший меня и Тебя, мой дорогой брат и сестра, Своей святой и пречистой кровью. Иисус Христос вознесся во славе». Иисус Христос есть та истина, которая сегодня на земле. Есть истина, это Дух Святой, о котором мы не только говорим в праздник Пятидесятницы, но испытываем или постоянно имеем эту связь, когда мы молимся и, исполнившись Духом Святым, вникаем в Слово или проповедуем, или делаем что-то во имя Иисуса Христа для славы вечного Бога. На земле есть истина, это Церковь Его, это Церковь нашего Господа Иисуса Христа, и мы все члены этого тела, этой святой Церкви, которая сегодня несет весть евангельскую. Пусть Господь поможет, чтобы действительно мы оставались верными нашему Господу и в своей жизни были благодарными за эту прекрасную возможность, которую сегодня мы имеем, встречаясь друг с другом, делиться Словом Божьим. Дядя Витя, у него всегда, почему он для меня казался интересным или каким-то необычным, как других дядей, потому что он всегда интересовался внутренним состоянием человека. Что в твоем сердце, что в твоем разуме, как ты думаешь, о чем ты мечтаешь, что ты хочешь иметь в жизни, что ты в своей жизни на первое место поставил. Земное, видимое, это богатство, профессию, учебу, деньги, славу или Иисус Христос, или святую вечность, или то место, о котором сказал Иисус Христос: «Там, где я, там и слуга мой будет». И это прекрасно. И, может, некоторые и смущались, и я, когда не имел встречи, до встречи с Иисусом Христом, Он действительно мне казался каким-то необыкновенным. Но эта необыкновенность и выражалась именно в том, что Он любил Иисуса. Он любил людей. Он проповедовал Евангелие. И этот хороший пример он оставил для своих сыновей, для своих внуков, для своих племянников, для всей молодежи, я так предполагаю, потому что действительно в его сердце однажды постучался Иисус Христос. Он принял решение служить Богу чистой и доброй совестью. Он дал обещание и всеми силами старался сохранить верность своему Спасителю и Господу Иисусу Христу. И вот так ушел в вечность как-то, ну, по-особому. Вроде бы и болел, но вроде бы и не испытывал тех болей. А вот так спокойно вдохнул и ушел к тому, которого любил, которому служил, которому поклонялся. Да поможет нам Господь также быть верными нашему Господу и иметь эту надежду на ту встречу, которая состоится там, в этой святой вечности, потому что мы все в свое время идем, каждый в свой час оставит эту земную хижину, чтобы быть с Господом навеки, навсегда. Да поможет нам Господь. Ему за все слава. Аминь. Я просил бы сейчас поучаствовать группа сестер, сестринская группа, они споют песню «Невидимые руки». После сестер поучаствуют свидетельством и воспоминаниям Инна Шутикова, город Минск. Потом Валентина Сущик, это дочь, она поделится воспоминанием. После Валентины Сергей Наумчик поучаствует, и потом сестры Блыщик, они споют песню «Там в вышине бесконечной». Через всю жизнь из года в год в тоске едут вперед невидимые руки, нас всех ведут, ведут вперед невидимые руки. Они ласкали нас порой, неравный бой встречали, провожали, вели с врагом неравный бой встречали, провожали. И нам казалось иногда, что мы их потеряли, о, как печалились тогда, как их найти желали, о, как печалились тогда, как их найти желали. Час, когда окончим путь, умолкнут речи, звуки, на случай дом перенесут невидимые руки, на случай дом перенесут. Невидимые руки в объятия примет нас Отец, для жизни без разлуки, и там увидим наконец невидимые руки, и там увидим наконец невидимые руки. Мир вам, дорогая церковь. Я благодарю Бога, что Он дал мне возможность, и я стою здесь, на этом месте, чтобы попрощаться с Виктором Лукичем, проводить его в последний путь, проститься с ним. Дорогая семья, так как для меня Виктор Лукич в моем сердце, он отец мой, не только моей семьи, отец духовный, отец молитвы, он мне как отец. И поэтому я вас всех, хоть немножко совсем знаю, но я вот через него, я просто вас всех очень люблю. И наша семья скорбит вместе с вами. По милости Божией я здесь, и я радуюсь, просто сердце ликует от того, что я могу вот увидеть его по видеосвязи даже. Через Виктора Лукича наша семья пришла к Богу. Он был у нас в Беларуси, в нашем доме молился за нас. Потом так сложилось, супруг мой Алексей приехал сюда. Виктор Лукич сказал: «Я езжу по всему свету, вылавливаю, как рыбок неспасенных. Пусть едет Алексей, а вдруг покаяться». ну, отдельная история, там наша судьба, но, слава Богу, в вашей церкви покаялся мой муж, вот, и позже, когда я сюда приезжала через молитву Виктора Лукича, я получила крещение Духом Святым здесь, в вашем городе. Когда с Виктором Лукичем произошел несчастный случай, нам было трудно в это поверить. Супруг Алексей сразу сказал мне, детям: давайте быстрее на колени молиться, чтобы Господь быстрее услышал наши молитвы, чтобы Он оставил ему жить, жизнь. И не знаю, он всегда говорит: Господь, оставь ему руки, чтобы он мог славить себя и обслуживать себя. Господь, ну, просим Тебя вот за руки. И через некоторое время, когда по видеосвязи мы разговаривали, Виктор Лукич помахал нам рукой. И муж даже заплакал. Он говорит: как вы уже, ну, можете махать рукой? Слава Господу за это. Ну, я очень сильно хотела увидеть Лукича, мне не хватило, ну, вот, 3 дня. Я ему писала, что я хочу просто вас поблагодарить за свое спасение, за то, что вы полностью изменили нашу жизнь. Но я понимаю, что так все сложилось, что я могу вот тут стоять и проститься с ним. Я хочу вот просто, чтобы Лукич там на небе вот услышал под поклон земной ему за всех, к которым вот он ездил. Беларусь, Россия, там все дальние уголки, Украина, везде вот он постоянно спешил как можно больше донести весть об Иисусе. Так хочется, чтобы мы все с вами тоже вот как можно где-то как-то говорили об Иисусе, брали пример с Виктора Лукича. И если вот, ну, представьте, даже здесь каждый хоть одному человеку расскажет, уже сколько спасенных будет. Ну, мы скорбим, и даже сегодня небо плачет. С великой верой и надеждой мы смотрим туда, в небеса, и видим, Лукич, мы вас в белой одежде у ног Иисуса Христа. Вы вместе, вы стройно поете чудесную песню Христу. Вас спас от греха, и на небе вы зрите Его красоту. Вы радостны, мы же в печали на этой долине земной. Расставшись с родными, друзьями, сияете вы белизной. Стремимся туда мы всецело с вами встретиться. И встретимся, знаю я. Любовь ведь Христа полноценна. Мы все Иисуса семья. Слава Богу. Слава Богу. Благодарим. Слава Господу! Слава Ему. Я коротко хочу рассказать такое короткое свидетельство о папочке нашем. Вот если вы видите даже вот эти фотографии, вот первая часть фотографии, он такой серьезный. Ну, вообще по жизни он был добряк. Но вот часто людям он казался таким очень серьезным. Но вторая вот часть его жизни, это он всегда считал до аварии и после аварии. И вот все фотографии после аварии, он на каждой фотографии почти улыбается. И вот мне пришлось, наверное, из-за того, что ковид был тоже, слава Богу, провести очень много времени с папой в больнице. Нас только пускали по двое, потом по трое, и нельзя было меняться. И мы первое время вот просто были с ним круглосуточно. И мама рассказывала, как папа только вот попал в эту аварию, он еще был в сознании, и он начал молиться и говорит: «Хочу в Россию». И потом, как мы уже ему это рассказывали, и мы просто шутили: «Папа, ну как ты в Россию поедешь?» Но я поняла, что у него Россия была, это в Riverside Methodist Hospital. Вот все, кто заходили к нему в палату, он просто улыбался. Он был в таком тяжелом состоянии, интубирован 3 недели, без всяких снотворных. И это очень тяжело. Кто это, медики, наверное, знают, это просто невозможно быть без снотворного. Ему ничего не давали, вообще ничего. Он полностью был при памяти. И он всегда улыбался. Вот медсестры просто приходили на смену, просто заходили, вот просто Виктор махали и говорили «смайл», и он им всегда улыбался. Уходили со смены, со всего отделения, просто махали и говорили «Виктор, смайл». И вот один раз, когда папе, ему очень плохо было в больнице, он с реанимации только переведут опять в реанимацию. И один доктор, я с его женой работала когда-то, и он говорит: «Я хочу ему помочь, он какой-то другой. Я буду все делать, что я могу». Хоть папа никогда не боролся за жизнь, он поднимал глаза свои к небу и молился всегда. И я спрашивала: «Папа, ты хочешь в небо?» Он всегда просто, он не мог дождаться. И он говорит: «Кто папа твой был по профессии?» Я говорю: «Никто не был, я даже не знаю, плотником был, 8 классов закончил». «Ну кто он был, чем он занимался?» Я говорю: «Он был миссионером». Он говорит: «Я сейчас все понял, он нам всем здесь проповедует своей улыбкой». Он никогда ничего, его не привязывали, его никогда никакие медикаменты не давали, успокоительные, он всегда был спокоен. И он всегда был готов на каждом месте. Когда даже плохо ему было, он всегда смотрел и говорил: я готов к моему Иисусу». И его любимая глава была, когда ему плохо было, он просто жестами показывал 1 Петра, 5 глава. И я ему читала, и он просто говорит: ничего так не успокаивает, ничего так не помогает, как Слово Божье. И папа считал, это его было огненное испытание, вот время этой больницы, время этой болезни. Он говорил: мне даже намного хуже, я ничего так больше не проходил в жизни, как эту болезнь. И слава Господу, что Бог ему дал силы пройти, как он всегда молился: Господи, храни меня от ропота и от тени ропота. И он прошел это достойно, слава Господу. Мир вам, братья и сестры. Я начну Слово Божие. Праведник умирает, и никто не прилагает этого к сердцу. И мужи благочестивые восхищаются от земли, и никто не помыслит, что праведник восхищается от зла. Он отходит к миру. Слава Господу. И Слово Божие говорит еще, что лучше ходить в дом плача об умершем, потому что сердце делается лучше. И я благодарен всем вам, кто сегодня пришел, чтобы разделить нашу разлуку, утрату и сегодня вместе с нами поклониться Господу. Вы знаете, что мне немножко пришлось быть на миссии в один год, в один из годов, когда из многих лет, который ездил брат Лукич, мне пришлось 1 год поехать с ним. И я очень благодарен Господу, что это время мне получилось быть с ним, побыть тогда с ним. Виктор Лукич всегда для меня был примером в жизни. как служить Богу, как прощать, как устраивать жизнь. И еще в Беларуси мы всегда старались, он всегда приезжал и помогал в труде, в каждой церкви, где нужно было трудиться, он всегда был первый, всегда поощрял на труд, всегда помогал церквям, братьям, сестрам в молитве и в поддержке. И здесь тоже, когда мы были в России, он тоже очень много, когда мы проезжали тогда Ростов, Тамбов, Астрахань и Белоруссию и Украину. И особенно в Тамбове, там мы целую неделю проводили время в церквях, где мы тоже посещали церкви, служили народу Божьему во всяких нуждах. И было очень много работы, много людей мы встречали, и многие из них получали ответ от Господа через беседы Виктора Лукича. Он для меня был примером, я немножко смотрел и учился на него, чтобы научиться. И мы провели там хорошее время, и я благодарен Господу за это. И вы знаете, когда пришла болезнь, случилась в его жизни, и он уже не смог ездить, мы все были в переживании за него, и все, как могли, молились за него. И очень благодарны вам, что вы тоже не оставляли нас в молитве, и также вся церковь наша молилась за него, и поддерживали в молитве, посещали, звонили, говорили. И это была очень большой поддержкой, потому что мы видели Божью руку каждый день. Становилось ему лучше и лучше. Каждый день мы видели сдвиги, каждый день новый, который приходил, Бог приносил новые благословения, и Господь дал уже ему возможность и потом ездить. И он всегда хотел быть на собрании, когда уже была коляска, когда уже мог двигаться хотя бы в коляске, он всегда хотел быть на собрании, он всегда хотел быть с народом Божьим, там, где молитвы, там, где народ Божий. И последнее, как бы такое, последнее пожелание, или, не пожелание, а последние темы, которые мы говорили или рассуждали, о чем рассуждались, о том, чтобы и последнее напутствие, которое он нам давал, это то, чтобы мы молились за своих детей серьезно, чтобы мы очень внимательно подходили к нашим детям, потому что очень часто наши дети также нас не понимают или не совсем мы можем к детям донести Божье Слово. Иногда мы поступаем так, что наши дети нас не понимают, мы не можем найти общий язык с ними, и очень часто наши поступки говорят или свидетельствуют о том, что мы неправильно что-то говорим, и наши дети видят наши неправильные поступки, и от этого их вера ослабевает, и мы теряем просто детей, теряем общение с детьми, и мы просто не можем показать им Христа. Нам нужно изменяться, нам самим нужно признать свою вину, признать в чем-то свои пробелы. Когда мы признаемся перед детьми в своих проблемах, Бог меняет наши сердца, и Бог меняет наших детей. Не нужно бояться признаться в своих проступках или в своих каких-то ошибках, потому что Бог меняет сердца наши через это, и Бог меняет сердца наших детей. И Господь хочет, чтобы мы приходили к Нему и служили Ему в духе и в истине. В прошлом собрании было у нас такое слово, что народ перестал поклоняться Богу в духе и истине. В духе и истине мы приходим к Богу, когда мы приходим в Духе Святом, когда мы общаемся с Богом, когда мы получаем от Него в Духе Святом получаем откровение, когда Он говорит нашим сердцам. И в истине, когда мы помним, что кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха, когда мы имеем общение друг с другом. Кровь Иисуса Христа сильна простить все грехи. когда мы признаваемся, когда мы признаем их, когда мы понимаем свое положение истинное и становимся перед Богом такие, какие мы есть, приходим к Нему и открываем Ему свои сердца. И тогда Он меняет нас, меняет наши сердца и приближает наших детей к нам, и к Богу, и к Церкви. Пусть поможет нам Господь, чтобы мы могли осознавать свое положение настоящее. Вы знаете, что истина бывает для нас такая, что мы должны себя узнать, свою истину, или свое сердце должны понять, увидеть себя и открыть Богу себя, чтобы Бог мог простить наши грехи, омыть нас кровью Своей. И тогда жизнь наша будет меняться, тогда мы будем приближаться к Богу. Когда там откроется путь к благодати Божией, мы будем близки и в тесном общении с Господом. И наши церкви будут укрепляться, и наши дети будут видеть Христа в нашей жизни. И они не будут убегать из церкви и не будут убегать от нас. И тогда наши дети будут иметь силу, чтобы укрепляться в Господе и преодолеть все трудности, которые мы будем встречать или можем встречать в жизни в следующие поколения. Пусть поможет всем нам Господь, чтобы мы все пришли к познанию истины в откровении Святого Духа в каждую семью и в каждом сердце. Пусть благословит всех нас Господь. Аминь. Бесконечной, выше планет, город стоит, город вечный. Как я хочу там отдохнуть и дышать, 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 и с восторгом наслаждаться, прославлять Христа, прославлять. Там отдохнуть и дышать, 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 и с восторгом наслаждаться, прославлять Христа, прославлять. Все предо мною прекрасно, кажется мне, чувство мое не угасло. Город родной, неповторим, он живет, растет, цветет. Город чудный, город славный, красотой к себе влечет. Город родной, неповторим, он живет, растет, цветет. Чудный, город славный, красотой к себе влечет. Постоянно усталый, трудно дышать, в мире греховном не стало. Только в одном, лишь со Христом все вперед, вперед, вперед. Он небесную отчизну непременно. Stop! вперед, 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 он небесную отчизну непременно доведет. Слава Богу, дорогі брати і сестри. Знаєте, сижу, і вже вроді собрання затягнулося, але якось у нас і не виходить нормально поскорбіти. Бо ми розуміємо, що Сьогодні ми проводимо в дорогу останнього нашого брата. Брата, якого є що згадати. Знаєте, як дуже багато хвалять, то дехто дуже недовольний, як хвалять. А просто про деяких нема що сказати. Того їх і не хвалять. Але разом з тим ми розуміємо, як віруючі люди, що ми мали від Бога час, хто більше, хто менше, мати спільність з нашим братом. І це було від Бога. І я думаю, що наша остання молитва буде заключатись в тому, що і рідні, і члени церкви, і хто чув і не знав, і хто багато знав, подякувати Господу, що в нашій житті була світла людина, яка оставила добрий слід. Я думаю, саме лучше. Це не трагічний випадок. Людина прожила в кругу любячих дітей, внуків і правнуків, в церкві, до останнього. В п'ятницю ходив на собрання, в суботу зранку пішов до Господа. Да багато би позавідували би і ще помічтали би так. Тому, дорогі друзі, я думаю, які слова можна виразити співчуття. Страваля, діти, внуки, свати, родичі і всі, хто був якось зв'язаний з Віктором Лукичем. Прийміть самі щирі слова співчуття, нашого соболезнування, але від тих слів, які б ми не говорили, і скільки б ще 2,5 години говорили, ну не стане легше, я не вірю в це. Я знаю, що Бог потішає. Я знаю, що нам просто прийдеться навчитися жити без Лукича. Нема тих слів, які зроблять легше, а нам треба прийняти. Подякувавши Богу, що була світла людина в нашому житті, відпустити. І знаєте що, останнє, що хотілося сказати? Знайти ті уроки добрі, які ми можемо подорожати. Десь, я не знаю точно, в 2006 чи 2007 році Паша приїхав до нас, Паша Вікторович, і говорили про те, про все. Я кажу, Паша, а що батько твій робить? Та каже, не вибрали його на дякона в черговий раз. І мені така мисль прямо такого гвоздем в голові. Кажу, слухай, і що він робить? Да нічого не робить, каже, тепер не при діла. Я кажу, на, давай його на Росію. І знаєте, з того часу почалися його поїздки в Росію. Я став таким, ну, мілоть кинув на поле Лукича. І Лукич поїхав знову в Росію. І 23 поїздки. Він ніколи не приїжджав з пустими руками. Знаєте, чесно, я так думаю, він ніколи не був великим спікером. Ніколи. Но розкажу буквально одну історію. Він вмів слухати. Сьогодні багато вміють говорити, я говорити теж вмію. А слухати небагато людей вміє. Один такий випадок, є така благословена сім'я Березіних, там був такий благословений Віталій Михайлович, який став багатьом для нас і батьком, і там завжди мало було поручуватися. І мені десь треба було на 2-3 дня поїхати, а Віктора Лукича треба було десь передати далі по естафеті. І я його завіз до Віталія Михайловича, і тут на другий день дзвонок, Михайлович дзвонить, думаю, щось сталося. Ігор! Какого ты помазанника нам прислал? Как он мне помог? Думаю, що сталося? Я так швидко знайшов случай, щоб положити трубку. Кажу, Михайлович, зараз я вам перезвоню. Швидко до Лукича дзвоню. Лукич, що ти там натворив? Так я нічого не робив. 2,5 години послухав його. Знову набираю, Михайлович, що там? Ігор, он мені так помог. Я в житті такого помазанника не зустрічав. Не треба багато говорити, деколи треба когось вислухати. Лукич вмів слухати. Я думаю, що буде написано на його тому камню надгробному. Знаєте, одне із них я вже придумав, вмів слухати. Друге, Лукич був борцом за чистоту здравого учення. Вже як він це знав, як це робив, ну це вже як вмів, так робив. І знаєте, 2 місця писання, просто пів віршика процитирую. 7 глава Єклезіаста написано, що другий стих. «Лучше ходить в дом плача, об умершем, нежели ходить в дом пира, ибо такого конец всякого человека, и живой приложит это к своему сердцу». От перше ми подякуємо, а друге, багато молоді, багато є сімей. Знаєте, для мене сьогодні питання №1, про що я більше всього плачу, молюсь, мечтаю, щоб діти мої були віруючими. І коли я дивлюсь на Лукича, 8 дітей, всі віруючі. Слава Богу. І зараз, думаю, може більше секретів випадав би, як це зробити. Правда? Живо і приложи серце. Давайте візьмемо те добре, щоб, підучи з цього траурного собрання, ми скажемо, оце підтягну, оце буду лучше робити. Не просто ми людину сьогодні славимо, ми славимо Бога, який дав нам зустріч з такою людиною. І те добре, що ми можемо взяти, навчитися не людям, а Богу приписати і Богу подякувати, а собі мінятися. Ще один момент, він ніколи не дозволяв, щоб якась зустріч пройшла без молитви. Хто знає, хто зустрічався. І той, хто вже в двері біг і казав, ми засиділися, нам нема коли. Каже, стоять, помолимося, біжіть собі далі. Тоже хороша традиція і приклад для всіх віруючих. Особливо, які самі забізяні, щоб вони мали час, завжди помолилися. Зустріч без молитви не вважалася зустрічю у Лукича. І я хочу сказати сьогодні, щоб для нас це було велике благословіння, тому що ми були всі молоді на місці. І сьогодні я дзвонив знову в Росію, і в Канаді Іван Білик теж передає співчуття, і Чуваші, Маріел, Татарія, і Ніжгородська область, місіонери, дякую, тому що, я кажу, він ніколи не приїжджав з пустими руками, але нам це була, знаєте, як тяжела артилерія. Старі люди. Як він буде мені, 20-літньому, сповідуватись, там, каже, 23 аборта було, далі збили щоту. Я кажу, Лукич, ідіть, побесідайте. І люди каялись сьогодні в церкві, славлять Бога, сім'ї встановлювалися і так далі. Тому я хочу перекликати вас до молитви. Давайте подякуємо Господа за Лукича. Давайте згадаємо молитві за сім'ю всю, яка сьогодні має втрату, щоб Бог поміг і потішив. І давайте приложимо щось до серця свого, те, що зробить нас лучше, дивлячись на ті приклади, які ми маємо живі перед собою. Слава Ісусу Христу! Встанемо для молитви. Господь Ісус, слава Тобі і хвала! Честь Тобі і подяка, Господь Боже Святий! Добрий Ти, Господь! Мирне небо над головою! Господи, серед любові, заботи, піклування близьких, рідних, дітей, внуків, правнуків, дружини, церкви, Господь Боже мій, ми проводимо останній путь Лукича, Господь. Дякуємо Тобі за все те, що Ти зміг зробити через нього. Прощим благодаті, яка трудилася через нього. Дякуємо Тобі, Господь Боже Святий. Сьогодні, Господь Боже мій, ми просимо потіх серця родини, Господь, і близьких людей. Господи, дай ту потіху від Духа Святого, Господь, яку люди не можуть дати, Господь Боже мій. Господи, Боже Святий, хай сьогодні радість буде в нашому серці, що ми маємо добрі приклади перед собою, Господь. Взяти сьогодні з цього собрання те добре, що ми би, Господь, теж стремилися би, якщо в чомусь маємо якісь послаблення, Господь Боже Святий. Ми просимо Тебе, Господь Боже, хай багато людей, які сьогодні, Господь, ще не зробили те рішення, Господь, посвятити своє життя, до кінця посвятити, Господь, гріх лишити, Господь. Хай сьогодні, Господь, ті свідоцтва стануть поштовхом для того, щоб ближче до Тебе стали. Подякуючи ще раз, Господь, за Лукича, Господь Боже, за все те, що Ти мог зробити через нього, Господь. Слава Тобі, Господь, за це зібрання. Слава Тобі, що Дух Твій Святий торкається нашого серця. І ми маємо надію зустріч мати, навіть коли смерть розлучає нас. Тобі за все слава, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Примите наши соболезнования, скорбим вместе с вами, да утешит вас Бог, семья Макарова. Щиро вам співчуваю, Віталій. Співчуваємо рідним, сумуємо разом з вами. Нехай Господь потішить вас, сім'я Біликів, Канада. Я первый раз увидела брата на встрече узников в Ютике. Его свидетельство было особенно. Потом мы стали родственниками. Я сердечно сочувствую всем родным и близким. Це Галина Степусь. Брат Павло Веренич мав телефонний дзвінок з Ютики і просив передати співчуття від церкви Ютики, від знайомих в Ютиці. І казав, хай Бог вас благословить і потішить. Почти 200 людей з нами на онлайні, які так само підтримують вас і моляться за вас. Хай Бог благословить всіх тих, хто сьогодні позачерговий некалендарний вечір зібрань. Ви прийшли додому молитви, щоб разом з сім'єю Шишлів провести Віктора Лукича в дорогу. Напевно, він завжди всіх зустрічав і провожав, останнім уже виїжджав з дому молитви. Любив він зібрання. Три деталі життя Лукича я би хотів би зараз згадати. І ми вже будемо прощатися з сілом. І коротенько казати співчуття для родини, хто завтра не буде. А так, завтра похоронне зібрання буде з 10-ї, і після короткого служіння ми будемо відправлятися на семетері, щоб схоронити тіло або віддати тіло землі. Лукіш теж був людина, він теж мав переживання, як і всі ми. Перший момент такий, Паша підросток, ходить в хай-скул. Ну, всі діти заливають, кажуть, сало за шкуру. Паша теж був спеціалістом в цьому плані. Їде в хай-скул, з його машини остався банан. В бананові Паша остався цілий, тільки наляканий, лежить вдома. Лукич дзвонить мені: «Аркадій, быстрее приди, мені кажеться, що він готов к ісповіданню. Мені кажеться, що він готов к покаянню». Дуже Лукич переживав за дітей, а за Пашу, то я кажу, що був такий період, що теж. Я, правда, приїхав, Лукич точно знав, як в десяточку. Паша, бідний, ісповідується, плаче, кається. І помогло, помогло. Машину здали, а Паша з того часу лучше. Не без падінь, але правда. Другий момент такий Лукича. Якщо ви добре знаєте Лукича, то ви повинні знати Лукича, два Лукичі знати. З двома прическами Лукич був. Перша прическа від вінчання свого і до довгого життя. Він за свою лисину прикривав, а вітер роздував її. І тут Лукич все поправляє її. Сідаємо ми в самоліт, летіти в Орегон. Лукич знімає шапку, я Лукича встати не можу. Немає покрова. Все довге волосся обрізано в Лукича. Я говорю: «Лукич, ви що, прическу поміняли?» «Та так дети упрашивали, поменять прическу». Я говорю: «Лукич, поздравляю вас. Чем больше будете детей слушаться, тем легче будет им и вам». Це ми летіли на сватовство до Віті Шишла, де сватали Юлю в Орегоні. Це в той момент Лукич змінив свою прическу. І останній момент в житті Лукича, такий трогательний, переживательний. Він запросив нас на чергову молитву, коли вже він хворів. І каже: «Аркадій, ти знаєш моє глибоке переживання. Не о мені, а об Валентині. Ти бачиш, як її слабе здоров'я. Помолись, так переживаю. Оця остання частина переживання, діти, залишається з вами. Це було переживання тата. І якби ви десь ловили себе на думці, що щось з татом ви не дослужили татові, хоча Бог дав вам можливість всім татові послужити. І я так згадую того банана Павлового і думаю, наверное, так Господь дав, що на Павловому дежурстві тато так, знаєте, відійшов, попрощався і пішов. Ну, є у Бога такі моменти, є у Бога розчоти, є ж у Бога, знаєте, написано, є сіяння і жатва. І Біблія каже, не обманюйтесь, от є воно. І Бог так дає, от насіяв багато, і тоді пожинаєш. І якраз Бог дає таку милість пожати добре, пожати славно. Це Божа благодать. Просто восхищаю сім'єю Шишлів і дякую всім дітям, хто служив татові і мамі. Він був вами обслужений, він був вами доглядяний. Не корона, не предписання, не лікарі, нічого вас не збили. Ви зуміли знайти в собі сили і відслужити татові. Інколи він каже: «Проснусь, так хотіло би щось поправити». Ну, дежурний-то мой спит, жалко будить його. Пускай под утро він доспить. Ну, мається на увазі, хтось з дітей дежурних спить з ним. Він так розказує: «Ну, не хочу ж бути дежурно, щоб там мені щось поміг». І думаю, батько залишається батьком, що би то не було. Тобто, хворий тато готовий терпіти багато більше, щоб здорова дитина чуть більше поспала. Отак наш Небесний Батько буде піклуватися про вас, напівсироти, про нашу тьотю Валю і про кожного, хто йому довіряє. Ще раз дякую всім вам, хто прийшов сьогодні на це похоронне служіння, по традиції нашій, і багато з вас хочете пройти вперед, попрощатися з сілом і з родиною, ви це зробите, і хай Бог буде добрий до нас. Пам'ятайте, завтра на 10 ранку служіння і похорон. Встанемо на ноги. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця і єднання Святого Духа нехай буде з нами вічно. Амінь. Будь ласка, задніх рядів проходьте для прощання.